Мы сегодня сейчас говорим про микрорайон ВИС в городе Екатеринбург. То, что уже дорого, и то, что еще есть куда дорожать, когда частный сектор расселится, когда соответствующая транспортная инфраструктура появится и так далее. ВИС один из самых перспективных районов. Окей, это в любом случае тема как бы для такая дискуссионная. Даже в нынешних суровых реалиях это можно назвать инвестицией. Почему ты выбрал этот район? Ну, наверное, там один из немногих потенциально инвестиционных вариантов можно здесь посмотреть. Вот это история про будущее. Паш, еще раз привет. Привет нашим зрителям. Мы, на самом деле, это второе видео, которое мы записываем вот в этой локации. Спасибо Уральской палате недвижимости за предоставленную площадку. И мы сегодня сейчас говорим про микрорайон ВИС в городе Екатеринбург. Это Верхосецкий завод, название сокращенное. И на всякий случай, кому интересно, вот мы поговорили про район Академический, который прилегает к микрорайону ВИС. Если вам интересно, смотрите на нашем канале. Про ВИС. Вот давай какие-то, не знаю, давай начнем с того, почему ты выбрал этот район для того, чтобы мы его вот как бы про него рассказали. Потому что мы альтернатив было много, мы решили один. Почему? На мой взгляд, ВИС один из самых перспективных районов с точки зрения разных классов проектов, которые там есть. С точки зрения развития вообще удаленных территорий, которые в ближайшей перспективе будут расти там в цене. Ты имеешь в виду вот эту левую часть, да? Ну да, вот левую часть, Большой Конный полуостров, где запустил свой проект ЛСР. И я думаю, что даже в нынешних суровых реалиях это можно назвать инвестицией. То есть вот. Это вот где конечная трамвай, да? Да, да, да. Вот здесь сейчас один трамвайный маршрут, но он есть. Выезд здесь есть в сторону Меги и Металлургов по каким-то сельским тропам. Но в целом здесь вот то, что называется чистое поле, как Солнечный, как в свое время Академический, да? И никакой социальной инфраструктуры. То есть вот это история про будущее. Там, хочешь вложить деньги... Нормально. Можно их там припарковать. Припарковать. Как бы сейчас я посмотрел по нарезке, если я правильно увидел, там даже нет трехкомнатных квартир, то есть там только студия, однушки-двушки. Вот туда заводят тех, кто, видимо, вообще не про общественный транспорт. Хотя трамвайная линия есть, пустить туда пару-тройку дополнительных маршрутов, почему бы и нет. Дальше, ну то есть ВИСТа, вот он видно по карте, да, в сторону центра смещаясь, он становится, по сути, все более развитым и, соответственно, все более дорогим. Вот здесь вот есть у нас ЖК «Белый парус» от Астры, да, которая принимала участие в эфире. Здесь как бы надо понимать, что очень нескромный ценник. Это сколько? И, однушка, но уже, наверное, даже за 5 миллионов не найти, мне кажется. За счет чего? Вроде бы это так, отдаленно немножко. Позиционирование главное, да, мы видим классную водную гладь. И тут ничего не построят ближайшие. Набережная, вот вся вот эта то есть история. Набережная там есть, да? Нет, ее обещают прекрасную набережную. Вот, она вот здесь есть, здесь же есть яхт-клуб Камотек, по-моему, называется. То есть там есть история про летние пляжные тусовки на Кубе, да, условно, какой-то с бассейнами, да. Там есть история про яхтинг какой-никакой, в Екатеринбурге, наверное, единственный формат. Но, когда приезжаешь туда на пляж, вот прям просто отдохнуть, купаться там нельзя, но купаются, к сожалению, вот. Нельзя купаться, почему? Вода, качество такого, что вообще никак. Так, да. Конечно. Проект «Самолет Плюс» отличается тем, что он носит название крупнейшего застройщика страны и для Москвы, Санкт-Петербурга и области Ленинградской и Московской. Это имя уже знает практически каждый житель этих регионов. Поэтому, вешая вывеску «Самолет Плюс», вы автоматически навигируете поток клиентов к себе для закрытия вопросов, связанных с недвижимостью. Что касается других регионов России, то у компании «Перспективы 24» и нашего партнера, старшего брата, застройщика «Самолет», есть определенные проекты по масштабированию бренд-нейма «Самолет Плюс» и выделенные финансовые средства. И буквально с 1 мая будет официальный старт этого проекта «Самолет Плюс». И я уверена, что буквально через 3-4 месяца большее количество людей из региона будут воспринимать «Самолет Плюс» как именно рицательное, именно точки отдела продаж, и вы абсолютно верно заметили, при дворе, связанные с реализацией бытовых, финансовых и вопросов, связанных с недвижимостью.
Здесь вопрос же в том, что продают-то виды, но вот если вот отсюда, с белого паруса смотреть сюда, то здесь всякие трубы, здесь проще, конечно, поснимать. Но, в общем, это не какая-то история с релаксом, что ты пришел на набережную, и у тебя горизонт простирается, водная гладь. Нет. Но народ, видимо, по какой-то неведомой для меня причине ценит близость этой набережной, которую, наверное, лучше сегодня поснимать, если получится. Конечно, снимем. На самом деле, мне кажется, ты немножко Скептик. Да-да-да, критично настроен, потому что объясню. Я, например, видел несколько подмосковных небольших городов, где, ну, буквально, что называется, когда-то была речка-вонючка по центру города. Но благодаря властям, естественно, и Московской области, и Москвы, они немножко облагородили вот эту вот речку-вонючку, сделали прогулочную зону, и народ реально прям вот, что называется, потянулся. И реально вечерами и днем видно, как либо мамы с колясками, либо достаточно взрослые уже люди просто гуляют. Это стало местом отдыха, что в маленьком городочке каком-то, типа там Воронова под Москвой, это прям, ну, нереально было когда-то там. Еще 5-10 лет назад. Я объясню свой скепсис. Вот этот район, Виз Правобережный, не самыми дешевыми домами застроен, есть у него здесь, любители. Кстати, видно такие, да, вот это, да, жилые комплексы. Это хорошие дома. А это когда все строилось? Ой, я, честно говоря, ну, до 2010-го точно, когда я еще в сферу не пришел. Но здесь есть вот этот частный сектор, который пока никто не выкосил. И приезжая на набережную отдохнуть, ты обязательно увидишь пару-тройку маргиналов, которые самогончик распивают, которые здесь же сварили. И как бы это же вот уже существует очень давно. Но от этого набережная не преобразилась, а ребята, которые застройщики, ну, белый парус, окей, построили возле. Серьезно, они будут вливать деньги в благоустройство вот этой линии? Да вряд ли. То, что здесь построил ТЭН, Стройтек со своей янтарной долиной, все это уже как-то в стороне. И опять же, ну, надежда вся на администрацию, на мой взгляд. Да, конечно. Потому что застройщики в нынешнем рынке и так классно продают иллюзию того, что у тебя есть рядом набережная. А наша администрация в эту набережную... Да у них и так есть там к универсиаде много куда бабок вливать. Поэтому я не вижу перспектив того, что эта набережная превратится во что-то стоящее. Хотя, безусловно, был там проект вплоть до того, что где ЖК Русь у нас тут, у ТЭНа, вот эта вот история, она должна была простираться вот прям вот, ну, вот такой бульвар, вдоль, вот здесь вот все уходить, куда-то какая-то единая, ну, то есть было соединение. Но ТЭН уже с Русью в вторую очередь как-то все пересмотрел, куда-то ближе к Новомосковскому. Короче, там все так не решено в плане единого, которое градостроительного подхода. И рынок пока такой живой, что, собственно говоря, реализовывать эту набережную для того, чтобы тебя купили здесь и сейчас, нет смысла. Я боюсь, что эти обещания, они могут затеряться. Это исключительно то, что ты сказала. Зависит от администрации, потому что, наверное, самый плохой город, который до сих пор был с точки зрения плана градостроительства, это, конечно, Краснодар. И про это многие говорят на многих каналах. Но, тем не менее, новый губернатор начал просто активно, там, что называется, зачистку, в том числе застройщиков, с обязательствами. Ну, просто прям вот навешивает обязательства, потому что по-другому, наверное, в стране нельзя. Вы должны здесь построить школу и никак по-другому. Или там вы должны сделать, облагородить территорию, никак по-другому. И застройщики вынуждены это делать, потому что, ну, иначе они не договорятся, либо им надо строить в другом регионе. Вот здесь у нас еще есть для понимания вот Стройтек, застройщика Янтарная долина. Вот здесь рядом, вот здесь вот у нас ЖСК для, ну, по ЖСК строятся объекты для врачей и так далее, социальное такое жилье, там очень дешевое, 45 тысяч метров, по-моему, строят. Да, ты че. Вот. А вот здесь, в принципе, недвижимость довольно известный в городе застройщик, вы брали интервью, по-моему, у Геннадия Геннадьевича, да. Умеет работать над продуктом и так далее, но, блин, он уже, по-моему, третий раз откладывает старт продаж, потому что не знает, долина, с каким продуктом выходить. Он не знает, там была какая-то малоэтажка, какая-то полуэлитка, назовем ее так. Но на сегодняшний день там такой ассортимент предложения. И как бы дешево там уже не построишь хороший продукт, потому что наверняка земли не дешевые. Но как бы ты понимаешь, что заломить, например, 150 тысяч метр квадратный уже сложно, потому что есть там ЖК Нагорный,
который уже совсем близко к центру, что называется, в этом самом, в пешей доступности, которая со всей инфраструктурой, связанной с центральным стадионом, да, вот, ну, здесь видно, там поликлиника, школа, да, ну, да, то есть, одна школа, вторая, вот, третья, то есть, ты становишься, ты откладываешь, потому что ты не знаешь, а с чем выходить, ну, и мне кажется, не знаешь, какой рынок, вот, но ВИЗ в целом, безусловно, то есть, мое мнение, что первое, да, ЛСР, который запустил «Зеленый остров», это все-таки федеральный игрок, с сильным административным ресурсом, конечно, с сильным финансированием, да, и, как бы, безусловно, там и будет и школы, которые обещают, там, три, не три, когда это будет вопрос, но в целом я думаю, что это будет развиваться. Поэтому вот, вот эта вот часть, сколько здесь в километрах можно померить, ну, там, эти три километра, они со временем там для желающих жить возле вот воды, если мы еще вернемся к тому, чтобы набережную все-таки благоустроить, они, безусловно, подорожают. А давай мы сейчас поставим точку и поймем, что здесь 8 минут, 3,6 километра, ну, да, прикинул, до центра ВИЗа. Да, прикинул. Да, действительно. Вот, как бы они со временем перестанут играть такую ключевую роль, но на сегодняшний день там нет ничего. Поэтому одно там условно, ну, студия, кстати, при этом надо понимать, 3 миллиона минимум, 300 даже здесь в ЛСРовском. То есть сейчас дешево себя никто не продает даже в чистом поле. Вот. Но вот эта история, она на перспективу. Есть у нас другая часть ВИЗа еще. Это вернемся к ЖК, ой, в смысле, к застройщику Астра, да, он начал развивать то, что вдоль улицы Металлургов, вот ЖК Новый ВИЗ, да, угу. Вот тут вот три свечки, расселение частного сектора, то есть это другая часть ВИЗа, у нее уже другие проблемы, у нее нет толком набережной, у нее шумные магистрали вокруг и частный сектор. Этому частному сектору, блин, ну, примерно как с автовокзалом, я не знаю, довольно долго, я думаю, жить. Но в целом, вот, вот по-хорошему, вот это все... Другая перспективная застройка ВИЗа. Опять же, как бы хороший выезд, в отличие от того, широченная Металлурга, да, с доступом в центр города, там уже, наверное, минут 7 ехать. Я просто рядом на тренировку хожу. И это вот, ну, другая часть ВИЗа, будем называть ее так. А вот это тоже частный сектор? Да, все частный сектор. То есть, здесь, получается, у нас есть еще из уже строящихся объектов, это вот ЖК Тихомиров. Ну, ЖК Репин есть. В честь тебя? Репин Тауэрс, да, это у нас. Я решил, что... Нет, тут улица Репина, поэтому нет. Ну, хотя это атомстройкомплекс. Я 2 года жизни в свое время отдал этому застройщику. Может быть, решили вознаградить. Но на самом деле, как бы, вот я бы ВИЗ разделил там на... Вернемся, да, на три части. Первое — это Нагорный, высота, который прям уже ВИЗ-центр и бизнес-класс однозначный. То, что справа от улицы Токарей. Это уже прям, да. То есть здесь появилась прямая магистраль в центр города, здесь появилась инфраструктура центрального стадиона, и здесь прям топовые ценники, все. Это уже центр города для меня. Вот. То, что условно от Викулова, например, даже не от Викулова, наверное, вот где-то от рабочих, то, что там ЖК «Русь» и так далее. Здесь еще какая-никакая готовая инфраструктура, янтарная долина чуть поодаль. И как бы тоже там меньше там 3 километра до центра. Ну и вот «Зеленый остров» — это в этой части. А здесь, получается, Металлургов застройка, ее начала «Астра». Вот здесь за рынком новомосковским ТЭН кучу, там 250 тысяч метров квадратных жилья собирается построить. Короче, очень много чего. И вот следующее — это вдоль Репина. То есть вдоль Репина здесь тоже есть частичная всяко разная застройка. Но что, на мой взгляд, показательно, здесь есть ЖК «Прекрасный». Я в свое время просто инвестиции туда занимался. И он просто вот «Радуга парк», довольно такой торговый центр. Вот здесь находится ЖК «Прекрасный». Ему еще строится по договору 1,5 года точно до сдачи. Ну там вот. Он продан. Полностью. Полностью. Угу. Вот они недавно запустили. И там даже уступок толком нет. А кто застройщик? НКС Development, ну, здесь вопрос не почему, ну, в смысле, не в застройщике, здесь вопрос в том, что... Локация. Вот этот, да, локация, севшая на все готовенькое, вот здесь Тихомиров, который заявил класс чуть выше, и поэтому вот здесь ребята спокойно на фоне этого класса, зря я вышел из инвестиций, но это же другая история, вот, то есть, вот Репина, она уже плюс-минус застроилась, вот здесь недавно Форти со стороны, ну, если перечислять, да, вот если глобально перечислять застройщиков, которые заходят на ВИЗ, все его части, это НКС Development, Fortis, Aston Group, LSR, Принцип, Стройтек, мне кажется, еще, наверное, Астра. Брусника. Астра. Не, а вот Бруснику, я, кстати, удивительно, я позавчера был на бизнес-завтраке Брусники и спросил, вы не интересуетесь визом? Они сказали нет.
И выбрали район, я не буду, наверное, раскрывать секретом, они недавно анонсировали, но я там бруснику вообще никогда не ждал, и это для меня как бы шокирующая новость. Поддержим интригу, пусть застройщик сам анонсирует. Но на Визе их нет, что удивительно, потому что район перспективный. Возможно, просто когда... Там же на Визе передел земель был, вначале планировали объекты универсиады, потом что-то там администрацию хотели туда вынести, вот туда как раз ближе к набережной, и потом сказали, нет, будем застраивать жилье. Поэтому, возможно, не подсуетились, не выхватили участки вовремя. Ну, слушай, как бы, если мы по карте видим, и ты это сказал, что здесь есть и Металлургов, и вот этот там проспект Ленина, который во что-то там переходит, в Татищево, да? Да. А, вроде бы как с транспортной доступностью все понятно. Что касается всех остальных элементов инфраструктуры, там, школы и прочее, что с этим? Ну, вот, кстати, ЖК «Русь», антенна, как бы, несмотря на то, что, опять же, продан полностью. То есть, вот, ну, там, сдался совсем недавно, а продан, потому что две школы рядом. Вот прям две. Да, то есть вот видно, выходишь, да, да, и две школы. Это же вообще нонсенс. Хотя вот смешно, я угорал, мы снимали сюжет про Русь. Это типа, знаете, сейчас все говорят, чистая вода. Детский сад, вон, вот еще детский сад. Все говорят, там чистая вода, очистка воды. Руси не надо очистку воды проводить, потому что вот здесь дорогу перейдешь, и колонка стоит. Обычная. Накачиваешь воду, и она прям из подземных источников к тебе течет. Поэтому здесь, вот здесь проблема ЖК и всех остальных. Это соседство частного сектора. Здесь то же самое. А почему это проблема? Просто объясни мне. Ну, ты не знаешь, когда, что у тебя построят перед окнами. Сколько это будет развиваться. Сектор, то есть его же нельзя просто снести. Ну, как бы, когда? То есть, подожди. Давай объясни мне для человека, который не... как его называется, не местный. Ну вот, хорошо, же, вот да? ЖК «Русь». Ну. Классно. Рядом остановки общественного транспорта, да. Они есть, можно даже при желании там... Вот, пешком сюда дойти, да. Дойти можно, но, например, к той же набережной, которую тебе позиционировать, это надо прям пройти сельскую дорожку, согласен, да. Метров 800, причем, если туда поехать, это прям реально село. Ну, прям, так. Прям, типа, я не знаю, нет, там я просто про то, рогатый что... скот, наверное, можно при желании встретить в летнее время. Не вопрос. И как бы весь вопрос соседства. Так это хорошо, экологично. Да, может быть, я не спорю. Я не спорю. Ну, условно, там, типа, ребенка до школы ты еще отпустишь, а вот до набережной ближе к вечеру уже вопрос. Ну, это, во-первых, вопрос безопасности. Просто смотри, есть в частном секторе свой плюс в том смысле, что если много частного сектора, детский сад и школа, они не будут перенаселены, потому что вокруг новостройки по 18 этажей или там по 25, то у нас все, капец, ты в школу хрен попадешь. У нас только с одной стороны частный сектор. У нас вот здесь давно существующие дома, они самые высотные, и школы-то здесь не то чтобы прям совсем. Ну, ладно, окей, это в любом случае тема как бы для такая дискуссионная. А давай мы вернемся к самому изначальному вопросу. Скажи, пожалуйста, вот есть район ВИС, есть другие районы. А если относительно них, то и убрать слово там чисто перспективный, как-то можно его спозиционировать с точки зрения, ну, конечно же, цен, не знаю, еще каких-то параметров сравнения? Ну, я для себя ВИС сравниваю с Пионеркой, где я живу. Пионерка, это что такое? Пионерский район. Пионерский район, да. Сейчас мы тут наберем. Просто по доступу к центру города, по удобству выезда с центра города. Ну, то есть вот, он даже ближе, вокзал, по сути, да. К центру города. Вот. Ну и, в принципе, наверное, в ценовой категории они плюс-минус сопоставимы. Но, что важно, на мой взгляд, я же там тоже в перспективе там, планирую там, рожать детей, воспитывать их, там, обучать и так далее. Микрорайон Пионерский выгодно отличается тем, что рядом УРФУ, и там сформировался УРФУ, это Уральский что? Федеральный университет. Ага. И там сформировались лицеи и школы, ага, очень высокого качества образования. То есть вот... Ну, привязка к образованию, да? Да, то это есть важно. Школы на Визе, они вроде как рядом, но в рейтинг там топ-100 по России на Визе они точно не входят. Там mm-hmm. нет каких-то хороших гимназий, ну, это, может быть, мое искаженное восприятие, но в рейтинге я точно их не видел. А вот в Пионерке там сразу там три учебных заведения, 130-й лицей, 35-я гимназия, СУН, СУРФУ, которые вот, ну, там... в топ 100 по России, наверное, при желании. Есть свой СУМС? Да, да. Понятно. Я просто скажу, почему у меня к СУМСу такое отношение, потому что до сих пор я слышал только один СУМС. СУМС МГУ, в котором училось, естественно, много моих друзей, поскольку я заканчивал его, но я имею в виду МГУ, а не СУМС. СУМС, это МГУ, это такое место, куда собирали со всего Советского Союза победители олимпиад в разных номинациях, там, математика, физика и прочее, предлагали им доучиваться в Москве, чтобы потом поступить в ведущие вузы Москвы. Это, конечно,
конечно, сильная история. Это научный центр до высшего образования, так сказать, подготовительного, по крайней мере, то, что я для себя знаю. И наличие такого количества образовательных вещей, конечно, это для тех родителей, которые серьезно думают о образовании детей, наверное, это и прям фактор. Здесь еще и социалка, то есть вопрос, вот я, например, живу вот в этом доме, здесь выходишь, раз садик, два садик, вот, и парк. Парк, то есть у меня нет набережной хваленой, но она мне не нужна. С другой стороны, подожди, я вот вижу здесь озеро Шарташ. Ну, до него пешком-то не дойдет. Ну, это от тебя, а если вот этот край, то, что называется здесь... Там своя история. Ну, и там... А здесь есть новостройки вот в этой части? Не, ну, это отдельная тема для разговора. Просто мы сказали, с чем я сравниваю ВИС. Это Пионерка, это в определенной части Юго-Запад, опять же, по доступу к центру, по существующей инфраструктуре, Юго-Западный микрорайон. Вот, и, собственно, все. Это вот куда-то... А, вот, Юго-Западный, да. Проще ввести, то, чтобы он контуром выделил. Вот, то есть, особняком у нас стоит автовокзал, хотя плюс-минус по доступу к центру он сопоставим, но там есть метро. Автовокзал «Ботаника» — это метро. Как ни крути, там наши 7 станций для кого-то ключевым являются в плане мобильности доступа. Там, если у тебя рабочее место возле метро где-нибудь на Уралмаше, классно. Вот я думаю, что ВИС — это вот там, Пионерка, Юго-Запад. Все. Для меня сравнимый. Если по ценам? Да сопоставимы. Пионерка сейчас тоже, то есть я вчера это озвучил в эфире, что я когда слышу цены там, типа 110 тысяч метров квадратных за Пионерский район, у меня волосы дымом встаются. Для понимания, тот же Нагорный на стыке Виза и Центра еще 2 года назад с 90 стартовал. Сейчас, ну, такая эпоха, что тут делать. Но вопрос как бы, Виза, я думаю, это самый перспективный район для тех, кто, вот знаете, реально припарковать деньги, там, возможно, когда-то, чего-то, там, дети будут, какая-то своя квартира, вот это вот про эту историю. Хотя арендовать будет какое-то время, там, тот же Зеленый остров непросто, потому что рядом инфраструктуры нет вообще никакой. И там арендаторы на первые этажи коммерции, они же все равно просчитывают трафик, а его там нету. Ну, по крайней мере, пока. Пока, да. Ну что ж, спасибо тебе, мы сейчас поедем на район и, соответственно, посмотрим. Искупаемся, да, посмотрим на эту водную гладь и все остальные моменты, про которые рассказывал Павел, ну, конечно же, покажем вам. Так, поехали, спасибо. Мы сейчас проезжаем Бебелевский мост и, по сути, въезжаем в тот микрорайон, который называется ВИС. Но я его для себя разделяю на две части. С левой стороны у нас будет бизнесовый ВИС, назовем так, с тех пор, ближе к центру. Да, с тех пор, как продлили прямой путь к улице Татищева и соединили ее с Ленина, появилась инфраструктура центрального стадиона к чемпионату мира и так далее, это стал прям очень-очень популярный район. И там, условно, по левую сторону у нас ценник однушки будет 160, а по правую 100. Примерно такой разброс цен. Вот. С точки зрения классов жилья, опять же, все, что по правую сторону, это то, что называется стандарт или комфорт, но с чистовой отделкой, все, что слева, это трехметровые потолки, отделка под чистовую, ну и, в общем-то, другая целевая аудитория, наверное, во многом. А вот эта улица, это... Это Бебеля, это, да. Бебеля. В общем, мы сейчас ехали из УПН, пересекли мост и попали как раз в район ВИС, про который мы беседовали. Вот это написано улица Сена, Токарей. Да. Вот улица Татищева. Ага. И, вот. И я для себя ВИС разделяю на то, что называется бизнесовый ВИС. То есть благодаря вот улице Татищева в левую сторону уходящей появился прямой выезд на центральную Ленина и появилась инфраструктура центрального стадиона к чемпионату мира. Центр там у нас. Да, центр там. И вся вот эта недвижка выросла. Ну и, собственно говоря, вот проект Нагорный от УГМК, проект ЖК «Высота» на дальнем плане, это все уже то, что можно отнести к категории бизнес, в том числе и по цене. То есть там вот в дальнем доме там однушка, по-моему, 160 тысяч метров, когда 7 миллионов, короче, однокомнатная, там 42 квадрата условно. Вот, то, что справа от нас получается по улице, это вот как раз хорошая часть инфраструктуры в плане социалки и так далее. Готовый район ВИС правобережья, но вот туда вглубь уходит Зеленый остров, про который мы говорили. Я думаю, мы туда съездим, и как раз там идет соседство частного сектора и новых домов. Там Янтарная долина, более-менее уже квартал сформировала, Русь построили. И это уже сильно дешевле. То есть там условно там... То, что ты говоришь, перспектива, то, что будет дорожать и прочее. Там, да. То есть вот, например, Бебеля-Статищева, это как бы такой...
как это называется, меридиан, который разделяет то, что уже дорого, и то, что еще есть куда дорожать, когда частный сектор расселится, когда соответствующие транспортные инфраструктуры появятся и так далее. Вот, ну, для меня это так. Вот, я думаю, что здесь еще, кстати, по Нагорному пример того, что в Екатеринбурге сейчас процветает, в том числе и самолет заходит, он же заходит на площадку бывшего завода УЗТМ. Вот здесь вот УГМК расселяет свои производственные мощности, Уралкабельзавод тоже, ну и в целом как бы это будущее нашего города, в моем понимании, потому что... Это то, что вот условно в Москве называется реновация. Да, редевелопмент. Редевелопмент промышленных территорий. Да, у нас это тоже процветает, и как бы в том числе с участием сейчас московским девелопментом. Я считаю, это правильный шаг. И как бы вот, ну, вот я так понимаю, что вплоть до той улицы у ГМК должно проектом все застроить. Но, опять же, перспективы здесь, собственно говоря, не называются. А в ту сторону что у нас идет? В ту сторону у нас любимый всеми Академ. А, вот эта вот, это вот улица упирается Академ, в Академ. Туда. Да, то есть, окей. Я думаю, километров еще... Здесь будет трамвай или нет? Нет, нет. Нет, трамвай проходит вот как раз по этой улице. По-моему, я сейчас не вспомню. Ну, короче, здесь вдоль линии точно нет. Ну, хорошо, поехали тогда вглубь. Да, я думаю, виза. Что бизнесовую часть виза мы оставим для... Для рекламодателей. Для москвичей. Пусть обращаются, найдем нормальный вариант. Вот. А поедем смотреть развивающийся виз, он поинтереснее будет. Ну что, поехали. Ну что ж, мы проехали буквально 5 минут вот по улице Татищева, от улицы Токарей. И попали уже, вот слышите, там собаки лают. Вот если вы посмотрите налево, шашлычки продают. То здесь прям, что называется, частный сектор. Вот трамвайный путь один в одну сторону, в один конец, как говорится. На зеленый остров. Да, а с правой стороны вот такие вполне себе нормальные современные дома. Наверное, построенные лет 10-15 назад, может чуть меньше. А если вот посмотреть туда... то там вот прям такая современная уже свечка, стеклянно-бетонная, скорее всего, монолитная. Ну и что это такое, кстати, Паш? Вот тот дальний объект, да. Это тот самый ЖК «Белый парус», про который Астра, наверное, вчера говорила. Да, говорила она в презентации. Вот. Ну, здесь в целом интерес застройщиков к этой локации огромен. То есть я уже перечислял всех застройщиков, которые здесь есть, помимо Астры. Надо будет прогуляться на набережную, чтобы набережная понять. Набережная вот там, да? Да. Далеко идти? Да нет, я думаю. Но колоритно. Коровы у нас будут бодать? Я думаю, что они... Здесь, кстати, написано, вон, гуси, утки. Свежее мясо, все дела. Вот, в ту сторону, если снять, это тот самый 11-й маршрут, который идет в Зеленый остров, где ЛСР строит в чистом поле. Обещает 3 школы, 3 садика и 19 домов многоэтажных. Но все это в зародыше, что называется. А правильно я понимаю, что это вот тот самый трамвайный путь, который заканчивается где-то там очень далеко? Да, да, большой конный полос. Да, да. Остановка Плотников, трамвай номер 11. Да, и он здесь только и ходит. То есть, как бы, обслуживать 19 домов явно придется не одним трамваем, но зато этот трамвай уже есть, а не как в Академии только будет. Я знаю, в чем будущее. Если вот тебе для справки, во-первых, в Краснодаре, где вроде бы как не смогли в итоге построить метро, я предлагаю тут немножко остановиться, сейчас думают о неком скоростном трамвае. Ну и плюс в Москве, конечно, появились трамваи, такие большие вагоны с широкими проходами. И, честно говоря, они такие вот, ну, не то чтобы альтернатива, но, тем не менее, они решают серьезный вопрос. Поэтому, вот, если у вас делают скоростной трамвай, то почему бы нет? Трамвай, как вот по таким путям ходящих, где, в принципе, машинам не заехать, да, мы видим, где дорога, ну, и где трамвай. Это одна история. Трамвай, как он идет в центре, где там автомобилисты особо ушлые с нашим менталитетом залезают, это уже другая история. Ну, то есть... значит, рано или поздно появится условный проект «Магистраль», который на днях запустили в Москве, и сделают какие-то вот такие магистральные из общественного транспорта истории. А что мы вот там видим? Вот это что за район? Ну, это тот ВИЗ, который, да, тот ВИЗ, который застроен явно 2000-х, вот, но он сейчас обновляется, то есть вот там на горизонте мы видим... Это розовое. Социальное, розово-белое. Социальное жилье, там, построенное по схеме ЖСК для там, медиков, по-моему, туда сейчас еще военных добавили в категорию. Ну, в общем, для определенной категории людей. А там на отдалении, мы, я думаю, попозже сможем посмотреть, та самая Янтарная долина, та самая ЖК Русь. То есть вот у них две там условно магистрали Татищева и там еще Крауля, но там уже другой трамвай с другим количеством маршрутов и более... Это за синим забором стройка какая-то идет. Это новостройка, очевидно. Это вот, я думаю, городок вот тех ребят с Астры. А, это с Белого паруса. Хотя, возможно, нет, здесь подожди, еще вот, какой-то вот проект надо влепить. Там же... Не, это давнее, это, это Бригантина или как-то так, я не понятно. Помню. В общем, ладно, это не новостройка. Что, пойдем на набережную? Да, я думаю, что как бы можно и прогуляться. Ну вот, в общем, мы видим, да, там панелька
советская, назовем ее так. Здесь у нас частный сектор, которому не думаю, что долго жить осталось. То есть перспектива расселения, скорее всего, будет. Но здесь, если прогуляться по домам, уже есть афиши, что выкуплен таким-то застройщиком, таким застройщиком, но от выкуплен до того, чтобы чего-то начать строить, много времени может пройти. Ну, набережная-то вон уже, река видна, то есть она тут совсем недалеко. Вот что, друзья, смотрите, какая красота. Водная гладь, ну, летом водная, сейчас она ледяная гладь. Тут камыши, прям такая природа, экология. Но правда, когда поворачиваешь взгляд сюда, здесь у нас трубы и какой-то огромный завод. Или ТЭЦ, не знаю, что-то такое. Но при этом вот в ту сторону тоже такое разнообразие. В том смысле, что частный сектор прям рядом с новым жилым комплексом. Как там белый? Белый парус. Белый парус. Ну, это вот то, что вам продают соседство с набережной и прекрасные виды на воду. Набережная — это вот это, да? Да. Ну, на самом деле, вот как там, бы... Давай я позащищаю немножко застройщиков, да. Я просто смысле, факт. Что рано или поздно, даже вот в каких-то очень... как это, консервативных с точки зрения для людей городах, все-таки набережные появляются. Поэтому это вопрос, я думаю, времени, естественно, смены администрации, скорее всего. И, конечно, обязуют очередного застройщика, например, который вот выкупит вот это все под частным сектором, скажет, ты должен сделать здесь набережную, на тебе обременение, а иначе нифига. И, скорее всего, это будет очень крупный застройщик с таким опытом оптимизации и прочее, и прочее. Ну и, собственно говоря, с ним, как говорится, договорятся. И все будет хорошо, красиво. Но, вот но цены вам за это заламывают уже сейчас. Ну, а что ты хотел? На самом деле, вот я для себя вот эту историю очень хорошо понимаю. Я понимаю, что передо мной не появится очередная свечка, и весь вид мне не закроют, ну, чьи-нибудь трусы на балконе. Ну, это смотря... Причем никогда. Квартиры в сторону озера, да, а сюда-то очевидно, сюда, нет, что появится согласен, свечка. Да, сюда согласен, все появится, поэтому, конечно, нужно выбирать. И за вид надо платить, тем более, это вам, извините меня, не Сочи. И как это, кайфуем потихонечку, где можем, там кайфуем. Ну да, здесь же у жилого комплекса, у данной очереди, даже забор сделанный без этого самого, без ограждений, по сути, стеклянный, чтобы люди, гуляя во дворе, наслаждаясь этими видами, и это застройщик. Ну, купаться, кажется, здесь нельзя, да? Да, в общем-то, там знак был соответствующий. А там рыбаки есть, рыбу ловят. А потом мы и будем закусывать в пивной. Там магазинчик, да. 18+. Вот, но самое интересное, что это максимально близкий к набережной комплекс. И как бы яхт-клуб здесь еще метров 500, наверное, туда. Ну, то есть, если а вы... все остальные, то, что продают с соседством набережной, там, Русь, Янтарная долина и так далее, тут еще и, ну, мы проедем, идти, пройдем, да. Но метров 800, километр, мимо приятного частного сектора. Я забыл спросить, как это называется? Верхесецкое водохранилище, как ни странно. Да, понял. Это для тех, кто не местный. Но, ты знаешь, вот туда красиво, там даже какие-то горки и прочее, прочее. Это туда какая область идет? Это что у нас? Ох, хороший вопрос. Если у нас там получается сейчас запад, то это похоже на север. Ну, на северо, на северо-запад. Какие-то. Это в сторону Перми. Ну ничего, горки, горки. Может быть, я ошибаюсь, не так хорошо пока сориентировался в Екатеринбурге. Но поехали дальше. Прохладненько. Павел, конечно, со своим критичным взглядом молодец и любит, так сказать, нагнать немножко, я не знаю даже, как это сказать, но давай, Паш, вот ты мне скажи, я в Екатеринбург приезжал, ну, наверное, с середины 90-х, и честно тебе скажу, в самом начале я вообще не знал, где здесь погулять. Ну да. Вот, и если бы я знал, что здесь хотя бы есть там озеро Шарташ и вот это, ну, я бы хотя бы представлял. А поэтому мне кажется, что ты немножко как это, с такой завышенной точки зрения человека, который разбирается в недвижимости. Да, безусловно, у меня профдеформация. Да, деформация. Здесь... Поэтому для тех людей, для которых как бы и бюджет важен, и важно, ну, хотя бы в определенной локации, почему-то, которая почему-то мне интересна, конечно, вот эта история с вот здесь что-то купить вполне себе нормально, потому что, смотрите, ну, там я только что видел, пошла семья с детьми гулять. Да, здесь, здесь в принципе, вот губернский яхт-клуб красивый. Офигительный памятник корабль жизни, правда. Ну, здесь вот шатер, здесь. Да. Там, а, здесь шатер, здесь летом, да, все хорошо. Да, здесь ставят там. Да. Ну, можно, наверное, подают. Найти. Вот там, где лавочки стоят, это, по сути, это общественный пляж. Пляж, да, то есть там люди загорают, лежат,
кто-то особо рисково купается, то есть я этого отрицать не буду. Здесь вопрос только в том, что сюда весь город стекается и довольно тесновато. Ну и опять же соседство с частным сектором. Но если говорить про максимально близкую участок водной глади, где хотя бы можно, что называется, посозерцать горизонты, вот здесь нет вопросов. Почему? Ну а то, что вы видите здесь трубы, то, как говорится, извините меня, это наша Раша. Суровый уральский мужик. Ну так и да, вот именно, что мы вроде как на Урал приехали. Да, мы на Урал приехали, индустриальный центр страны, который здесь формировался, строился так. В конце концов, даже аэропорт в честь Демидова назван, горнозаводчика, поэтому, ну, что вы хотите, это нет, вам хочется не верить, что этому частному сектору все равно когда-то удастся договориться, получить нужные компенсации и там, расселить этот участок, потому что пока мы видим какой-то перешеек, да, между набережной, правобережным, домами относительно новыми, относительно недешевыми, как мы выяснили, и частью... Ну, вот и все, собственно говоря. Скажи, пожалуйста, а вот это что за район, вот который на том берегу? Это что за район уже? Это, наверное, сортировка. Сортировка. Вон я просто вижу там тоже какие-то стройки, правда, крана я не вижу, но тем не менее, что там было построено. Сортировка. Окей, а вот тот кран, который мы вдали видим, это вот уже конечный трамвайного пути, да? Я боюсь соврать. Возможно, нет, но мы сейчас проедем. И посмотрим. Ну окей, поехали. Ну что, справедливости ради, надо сказать, что жилой комплекс даже уже, что называется, не на рендерах, а вполне себе в какой-то там заключительной стадии готовности выглядит прилично. Мне особенно вот понравились эти угловое остекление, точнее угловые окна, причем это малоэтажный корпус. Понятно, что это на разную категорию вкусов, что ли. Хочешь жить на там 20 этаже, пожалуйста, сюда. Хочешь жить в небольшом домике, где как соседи, условно говоря, по подъезду все друг друга знают, вот, пожалуйста, тебе вот эта история. Ну и стеклянный забор, там детская площадка, не очень тесно, что важно. И она выходит прямо вот сюда на набережную, вот те камыши. Я думаю, что со временем все-таки здесь все облагородят. И вполне себе будет неплохой, неплохой райончик, потому что здесь уже заканчивается фактически все более-менее цивилизованное. Вот тебе частный сектор, и туда дальше будет развиваться этот район. Поэтому как минимум эта локация не будет дешеветь, поскольку будет стройка увеличиваться, но она будет увеличиваться все дальше и дальше от центра, куда мы сейчас, собственно, и поедем. Что ж, мы ехали, наконец приехали. На самом деле мы ехали недолго. Вот там где-то вот та самая набережная. Минут, наверное, 10 мы ехали вот по такой дороге. Не знаю, что здесь творится летом. Сейчас, слава богу, она замерзла. Но, правда, вот через лес мы проехали вот отсюда и приехали к вот этому красному симпатичному заборчику, от, судя по всему, от компании ЛСМ. Да. И здесь написано вот «Зеленый остров», жилой комплекс. Паш, теперь тебе слово. Что это такое? Куда мы приехали? И это как позиционер? Потому что я вижу там какой-то бор сосновый. Ну, я обратил внимание, честно говоря, пока не понимаю, но, скорее всего, вот в этом доме нету трешек, вот, потому что я смотрел ассортимент застройщика, ну, либо они их позже выводят в продажу, планы этажа я там не нашел на сайте, но в целом здесь пока однушки, двушки и так далее, и, в общем-то, 19 домов здесь собираются строить, 3 садика, 3 школы, это причем первая очередь, насколько я понимаю, то есть вот туда, куда-то ближе к центру, прям код. 200 тысяч квадратных метров жилья. Да? Но пока то, что мы видим здесь, даже меня немножко шокирует. А другой подъезд сюда есть или это единственная дорога? Ну, мы проверим. По идее, здесь Дубльгиз ведет в сторону металлургов. Это где Мега стороны, и так далее. Но такой же лесной дорогой, просто мы свернули налево к стройке. Нужно направо. Но в целом нормальных подъездных путей и там... Еще какого-то общественного транспорта, кроме 11-го трамвая, который 3 километра по одной и той же ветке в одну сторону идет, его нету. Ну, судя по паспорту, я вижу, что это будет разная этажность. 23 этажа, 19 этажей, 25 этажей. Ну да. Как минимум 3 корпуса вот видно. Ну, анонсировано что-то то, что называется 19 домов, но... Жилой дом номер один. Все, конный, большой конный в Верхнесецком районе. Безусловно, пока это то, что называется припарковать деньги в долгу. Ну, другого варианта,
честно говоря, здесь мы, как видим, ни школ, ни садиков, ни магазинов, ни вообще ничего, кроме какой-то там тротуарной плитки, которую продают, да? Ну, кстати, если пешком, обозримо. То здесь 500 метров, как раз вот это кольцо трамвая, мы видели, там стоит даже человек, то есть, как бы, если у вас... Для особо желающих? Для особо желающих, плюс, возможно, для тех, кто будет здесь снимать в аренду очень бюджетно и ездить в город на работу, ну, или еще как-то, вполне себе, плюс... Ну, как бы экология. Ну да, то есть с первой очередью, да, вот там 2-3 дома появится, какая-то коммерческая инфраструктура более-менее созреет, уже другая история. Пока это... Ну, надо понимать, что студия все-таки здесь 330 квадратов, 300, то есть это не то, чтобы низкий ценник, что там, бери меня на перспективу, и я буду строить сильно ниже рынка. Нет, ЛСР знает себе цену. Да, но наверное, этом... да, наверное, ставка на экологию, тишину. Надо не забывать, что до сих пор у нас существует субсидированный ипотека ровно на те самые 3 миллиона, поэтому здесь как раз в эту субсидию с ипотекой там 5 плюс-минус процентов вполне себе можно войти и вперед. Там, ну, мое-то просто взносом. Ощущение нынешних инвестиций с таким пониманием рынка, это в короткую, ну, то есть там на полгодика, да. Спекуляция. Да, то, что называется спекуляцией. А здесь-то прям скорее припарковать деньги, заморозить их и там какой-то... каких-то аномальных процентов годовых здесь точно нет. А когда сдача объекта? Ну, вон 23-й год написано. 23-й год. Ну, то есть на 2 года запарковать, сработать на капитализации объекта за счет того, что будет увеличиваться инфраструктура, появляться новые площадки, о них, по крайней мере, начнет заявлять застройщик, а может быть и не один, бог его знает, кто тут может еще появиться. Ну, а потом либо сдавать в аренду, либо продать и войти в новую историю какую-нибудь. Да, да, это история про потенциал изменения локации. И, наверное, про экологию, но я не думаю, что у нас есть такие фанатики, которые прям хотят жить вот в окружении. На самом деле, это просто искушенные екатеринбуржцы в лице Паши, как бы, вот так вот критично. А я вам скажу, что по Подмосковью, точнее, по ближнему Подмосковью, таких районов уже достаточно. Ну, возьмем, например, я забыл, как это называется, Боброво, оно же Бутово, где Пика, ранее Мортон, застроил очень много... там, не помню сколько, 20 корпусов, это такой, получается, тоже вот такой кусочек аппендицит от трассы, и таких кусочков очень много в Москве, и если внутри есть, если это кот, и внутри есть школа, детский садик, то там появляется инфраструктура, появляются магазины шаговой доступности, так называемые, какие-то заезды-выезды со временем появляются, и что самое интересное, то летом, я просто был в этом районе, даже немножко жил, вот здесь все будет шашлыками завалено. То есть летом из окна вышли побухать, там у нас отпуск, денег на Сочи у кого нет. Понятно, что это определенная социальная среда, но зато вот здесь все будет музыка, шашлыки, праздники, природа, все дела. Сейчас мы попробуем проехать в Металлургов, да? Зато сэкономите на даче. Если мы выберемся быстро на трассу, то для людей с автомобилями почему бы и нет, для любителей вот такого экологического этого самого формата проживания, но с мобильностью доступа до города. Поехали, а то скоро закат будет. Система очистки воды. Вот. Чистая, с виду не запах. Нет, не кажется. Есть запах хлорка. Да? Ну, вам виднее. Это ЖК Русь, да? Да, это ЖК Русь. Там Янтарная долина. Но здесь как бы Тенс сначала анонсировал, что новые очереди Руси пойдут туда, к Белому парусу. Сейчас все это как-то пересмотрелось. Что-то где-то здесь должен был быть единый бульвар с коммерческой, со спортивной какой-то составляющей и социальной. Тоже все это пересмотрелось. У Тена здесь очень много площадок, очень много. За Новомосковским и так далее. Но конкретики, как это будет реализовано, на сегодняшний день нет. Тен — это застройщик, а вот там мы видели участки, где написано «Участок продан застройщику». Так что вот этот частный сектор за спиной оператора и туда уходящие вот эти еще жилые, как там, Янтарная долина и... Новая жизнь, да, вот, судя по всему, это такая тоже перспективное место для застройки,
в каких-то вариантах. Ну, это, ну наверное, и рядом только... с Янтарной долиной, я напомню, между Новой жизнью и Янтарной долиной анонсировал несколько раз проект «Принцип недвижимость», но до сих пор перерабатывает концепцию, потому что не знает, с каким продуктом вот в таком окружении можно выйти. Мы до этого смотрели то, что называется перспективный виз, а здесь уже то, что называется освоенная часть виза. То есть там у нас, как ни странно, проходит улица Репина. Вот та башня, это та Репин Тауэрс. Их несколько башен, вроде то ли три, то ли будет на заднем плане. Это типа такой бизнес-класс. Ну, уже да, потому что очень быстрый выезд в центр. Там это бизнес-класс по цене или по продукту тоже? Продукт как бы... Продукт, боюсь, что комфорт плюс. Вот. Ну, то есть по цене флагман, который ЛСРовский, вот за ним, он скорее даже комфорт минус, потому что там еще вот нет этих холлов. Ну, все так. Ради галочки сделано, но не используется. Там Репин Тауэрс. Репин Парк, тоже такой весьма стыдный продукт, еще Aston Group старого формата, до того, как они не посотрудничали с консалтинговой компанией и не переформатировались. Вот, ВДС улица Металлургов, там Мега, и, собственно говоря, новый виз, который Astra называла, он вот, ну, вот на месте того частного сектора, вот мы еще вернемся к нему, я думаю, мы проедем в ту сторону. Это вот там, где краны вот стоят. Вот где краны, да. То есть они вот эту часть сектора, вот там, то есть получается прямо уходит Металлургов, чуть правее, где вот эта вся застройка Репина. И вот ЖК Тихомиров, ЖК Флагман, ЖК Репин Тауэрс, там еще чуть подалеку ЖК Прекрасный. Это вот та часть виза, которая уже освоена и стоит немалых денег и продается только в путь. То есть, как я сказал, ЖК Прекрасный, например, сдается середины 22 года, и все, нет квартиры. И ценник какой? Не дешевый, 100 плюс. Ну, 100 такие, плюс. Да, 100 плюс, 1000 метр квадратный, но я думаю, что однушки там уже... Нет, ну, логично, будет. Здесь как бы вот мы видим, это старый район, это еще, скорее всего, при Советском Союзе построены, то есть есть развитая инфраструктура, скорее, что тут со школами, садиками? Ну, здесь как раз вот во дворе Тихомирова должна быть еще одна школа, потому что вот эта вся застройка, Репин Тауэрс и так далее, на месте снесенной. Но как бы ЖК строится, школы пока не вижу. Тут же всегда плотное взаимодействие с администрацией. То есть, как это называется, проектом предусмотрено место под муниципальное учреждение. Ну, как минимум, из-за того, что здесь есть старый сектор, жилой, то как только построят, я думаю, что проблема с набором школьных учителей, там, воспитателей не будет. Поэтому, да. Ну, и частный сектор вот тут вот. Видно. И, то есть, принципе, получается, да. Вот это еще одна часть виза уже освоенная, вот там перспективная застройка, новый виз, Астра, пока три башни, но там много частного сектора, его тоже будут расселять и тоже планомерно застраивать. Ну, поехали, наверное, завершающую нашу точку. Что это у нас завершающая точка? Что это такое? Жилой комплекс «Новый виз», да? Да, ага. Группа компании «Астра». Чем он интересен? Кому? Да мне кажется, всем по сути. То есть с точки зрения мобильности на автомобиле здесь прямой выезд в центр. Это вот эта вот улица да, Металлургов, да? Да, да, да. То есть здесь по сути мега, то что называется, там развлечения. С детишками там часто ходят в парк, который отстроил торговый центр для, ну, для привлечения, так сказать, аудитории. Вот. Кинотеатр, соответственно. Ну, в общем, здесь вся логистика неплохая. Общественный транспорт, конечно, далековато. Но вопрос сноса вот той части частного сектора, думаю, что тоже. Ну и плюс у нас здесь есть лес. В каждом, почти в каждом большом городе есть вот такая улица, где куча автосалонов. Здесь они вокруг и вот за спиной оператора. И вот здесь мы проехали несколько штук. Это что за торговый центр строится? Ну, то есть что-то тоже будет. Тоже инфраструктурное. Поэтому, как бы, вот я вчера, когда презентовал застройщик свой проект, я посмотрел по ценам, в принципе, вот, ну, наверное, там один из немногих потенциально инвестиционных вариантов можно здесь посмотреть. Это то, что вот там у них была компактная двушка, компактная, да? Двушка, что-то в районе там 50 плюс квадратов, и 4800 это не ее цена. То есть 93 тысячи метр квадратный за, там, за более высокую готовность здесь точно дадут. Я просто продавал ЖК Прекрасный, он чуть правее, больше к инфраструктуре, но... Сейчас цены совсем другие. Я думаю, что можно рассматривать. И причем с гораздо большей, с более оперативным сроком отдачи инвестиций, в отличие от там Зеленого острова, про который мы говорили, где чисто паркуешь деньги и забываешь про них года на три. Ну, а я на самом деле подумал про тех, что называется, молодых или небогатых инвесторов, которые, ну, например, там имеют условно 1-1,5-2 миллиона,
в том числе находящиеся в любом регионе России, включая Москву, которые могут приехать и до сих пор еще получить субсидированную ипотеку, потому что она в пределах 3 миллиона. Студийку прикупил, купить, под аренду сдаешь. Если ты имеешь 1,5, то 3 миллиона, там 300 здесь студия, у тебя платеж точно будет перекрываться арендой. При этом я уточню, компактная двушка, это двухкомнатная полноценная квартира, не евро-двушка, да, а именно там две маленькие спальни, там 12-13 метров плюс-минус, кухня тоже вполне себе полноценно, просто такая планировка, что вот там почти нету лишних территорий, холла, там, не знаю, каких-то там больших гостиных площадей, но тем не менее... Ну, вот спальни по 11 квадратов, это, в принципе, да, нормальный формат. На мой взгляд, это вполне себе такой вариант и для проживания маленькой молодой семьи, и для сдачи в аренду. Ну и, конечно, это будет пользоваться спросом, поскольку вот эти компактные, эффективные форматы всегда пользовались спросом, а тем более в новостройках, где есть помимо потенциальная сдача в аренду, еще и рост капитализации. Район очевидно, да, я теперь понял в конце нашей истории, про что говорил Павел, почему он перспективный, потому что если кто не помнит, то там в Москве были такие районы, как Бутово, Красногорск, ну, Балашиха или Балашиха, как угодно, которые там еще 10 лет назад, а 20 лет назад, когда они начинали застраивать, все говорили, да ну, это мира. 10 лет назад перестали так говорить. Мы могли приехать, например, в то же Бутово, где Северное Бутово было уже застроено еще при Лужкове, а Южное Бутово — это было поле там какое-то, какие-то частный сектор, ну правда это были уже коттеджи, все говорили, да ну нафиг сюда на оленях, как бы не доберешься. А сейчас это район, где есть метро, где есть школы, где строят активно ПИК и другие застройщики, А101 и так далее. И в принципе, это, ну там, 150 за квадрат, легко, а то и 200. Ну вот тот участок, который 200, от Янтарной долины, 200, да, справа от нас и в сторону того зеленого острова, куда мы прокатились, это, безусловно, то, что будет развиваться, форматировать с виду и расти в цене. Ну что ж, смотрите, слушайте, как говорится, делайте выводы сами, принимайте решение о покупке, естественно, самостоятельно. И, как говорится, чтобы ваша сделка была, главное, безопасной. И помните обо всех нюансах, которые, с которыми вам могут познакомить только профессионалы. Ну и, конечно, выбирайте застройщика, объекта себе с умом, а не просто так вот вам понравилось. Потому что деньги, да, точнее, недвижимость любит тишину, расчет и холодный здравый смысл. И выезжайте в поля, как мы, в рамках этого сюжета. Да, спасибо тебе, Паш. Спасибо. Удачи. Пока.